Всем добра, с вами я, Александр, это канал Alexis Reaction, и сегодня мы посмотрим с вами композицию Юрия Шатунова, все тот же концерт 50-летия Крокус Сити Холл, 17.10.2023 год, исполнялась она там, поэтому смотрите, я приступаю смотреть вместе с вами, а также у меня разряжается камера. В конце, возможно, видео мы будем уже общаться без камеры. Так, стоп. Так дело не пойдет. У меня действительно разрядилась камера, и это очень плохо на самом деле. Поэтому я сейчас переснимаю, и мы заново слушаем это замечательное исполнение. Слушаем! Как же тепло, как же солнечно, как же приятно, как же греет эта душу композиция, эта песня, этот голос, который уже я не слышал столько лет. На самом деле очень хорошее исполнение, приятный голос Юрия Шатунова и, конечно же, легендарной группы «Ласковый май». Навевает молодостью, навевает летом, прошедшим летом, сейчас уже осень, но тем не менее, постоянно эта композиция будет нас согревать, наши сердца, наши воспоминания о молодости и о ушедшем лете. Конечно же, очень хорошо исполнено, очень классно, очень тепло. Не знаю, самые лучшие пожелания, самые лучшие слова этой композиции, чтобы она жила вечно. Плохо, что сейчас с нами уже нету Юрия Шатунова, но уже вот как-то вот так вот случилось, сложилось. Но будем надеяться, что сейчас эта композиция зазвучит в новых красках, еще будет чаще везде встречаться, и мы будем наслаждаться этой композицией. Кстати, по поводу камеры, эта камера сейчас снимает вебочка. Вот, профессиональная хорошая вебочка, но это не камера. Поэтому та камера разрядилась, я поставил ее на зарядку, вернулся, думаю, а что же делать, надо как-то
все это закончить уже хорошо, и вот так вот, как и было, так я и сделал. Оставляйте свои комментарии, то, что вы думаете, то, что вы чувствуете, то, что вы хотите еще послушать. Я думаю, что действительно хотите еще послушать. Поэтому дома еще успеете, послушайте. Не забывайте про плейлист себе добавить. Вот, что-то добавляйте, что-то говорить более, я даже не знаю, неуместно. По моей реакции, потому что я решил переснять видео, добавить еще видео, я думаю, это что-то да значит. Вы, я думаю, это понимаете и знаете, почему так произошло. Все просто, все банально просто, потому что композиция мне понравилась, потому что исполнение мне понравилось. Все очень классно, очень качественно, очень хорошо, очень приятно, очень тепло, добро и все такое. Несмотря, что сейчас пошел дождь, композиция до сих пор это греет. На сегодня это все, девчата, ребята, огромнейшее спасибо за то, что вы просматриваете видеоролики, за то, что поддерживаете шамана, за то, что поддерживаете хороших звезд, хорошее исполнение, хорошие песни, за то, что вы добры, за то, что вы дарите свое тепло, за то, что дарите свою доброту, за то, что делаете поддержку, мотивацию каналу Alexis Reaction. Поддержите в целом и меня, Александра, за все это вам огромнейшая благодарность, огромнейшее спасибо. Также в комментариях, когда вы пишете, я тоже пишу такие слова, как огромное спасибо за поддержку и за лайки, за все, за все, за все тоже я вам пишу. Поэтому оставляйте комментарии, буду еще, помимо своего голоса, еще и писать вам комментарии. На сегодня это все. Вам позитивчика, хорошее настроение, слушайте хорошую музыку, смотрите Alexis Reaction и, конечно же, меня, Александра. Всем добра, всем всего самого наилучшего, всем до встречи, всем пока-пока. Но незаметно растворилась где-то проливным дождем. Это пора, где до утра мы были вдвоем. Запиши мой голос на кассету и запомни лето, наше лето. Запиши мой голос на кассету, я тебя люблю. Запиши мой голос на кассету, я тебе